Нарва Ауто. Старейшая автошкола Нарвы обучает водителей всех категорий, кроме категории А. Здесь могут пройти необходимые курсы и водители-профессионалы. Ведь по требованиям Евросоюза, все, кто получает зарплату за управление автомобилем, должны иметь документ об окончании курса профессионального обучения. От кого требуется производственное обучение? Это требуется от всех водителей транспортных средств категория D и от водителей транспортных средств категория C, C1, CE. Не требуется это обучение водителей транспортных средств, у которых скорость менее 45 км в час, транспортные средства оказания услуг скорой помощи, пожарная, спасательная служба, транспортные средства вооруженных сил. Остальным водителям, работающим за оплату, должен быть удостоверение пройдено данных курсов. В отличие от остальных водителей-профессионалов, по немного измененной программе в Нарва Ауто учатся те, кто хочет работать таксистом. Таксиста – это местного республиканского действия. Продолжительность курса для них такая же, но несколько учебных часов посвящены именно тем занятиям, которые могут понадобиться таксисту для безопасной работы. Если у водителя есть, значит, категории P, C, C1, C1, C, D1, D и CE, DE. Получает все эти категории, но таксиста получает отдельно, но учеба идет все вместе. Программа такова же, но есть маленькие изменения. Для таксоперевозок есть, так сказать, два академических часа, которые не входят в эту общую программу. А из общей программы, ответственно, 2 часа меньше. Общее количество академических часов, если стаж водителя более 2 лет, 35 академических часов. Автошкола Нарва Ауто приглашает водителей пройти профессиональное обучение. Подробности вы можете узнать по телефонам или непосредственно в автошколе на улице Вабадусе 3.